Всем привет, Алания. Пятница, мы на Клеопатре, друзья. Начинаются волны и, возможно, это идет начало урагана, который испортит всем выходные дни. То есть, возможно, будет шторма. Я даже не знаю, слышно вам меня или нет, потому что довольно сильный ветер. Такие были порывы. Я шел, пока сейчас шел на пятничный рынок. Я одел даже маску, потому что идти было невозможно. У меня все глаза засорены были все. До сих пор отталкиваю эту пыль, хоть и маску одел, потом, но не сразу. Таня сказала, в чат, да, сейчас был, Таня сказала, что она смотрит там Анталию. В Анталии вроде бы сейчас вообще ураган какой-то. Солнце вон закрыли. Кстати, одна капелька дождя нарисована сегодня на ночь. Но его дождя вряд ли дождь будет. Хотя фиг его знает все-таки. Все неспроста. И у нас немножко пыль снова появилась. Немножко. Нельзя сказать, что много. Это больше пыль, которая поднимается просто с асфальта, с дороги. Вот я выходил сейчас из моря буквально еще несколько минут назад. Таких волн не было. Они были поменьше. Блин, я все-таки зашел, хочу померить воду, но вот такие волны, я уже честно не знаю. Сейчас, может, они пройдут, они, может быть, из-за кораблей, там два корабля прошло сейчас. Хочу попробовать померить тоже, чтобы еще раз убедиться, что она есть 27. Вечер уже людей много по-прежнему, никогда не было так много людей вечером на пляжах, как в этом году. Так, надеюсь, сильных не будет, сейчас я глубоко не пойду, сейчас вот здесь вот я постараюсь померить. Показывает он сейчас 29, это в тени. Сегодня на солнце было, наверное, 51 точно. В тени было опять до 36, до 38, как вчера. Собственно, это аномальная жара, которая... Блин, сильный. В июне быть не должно такой жары. То есть это июльская погода. Единственное, что нет духоты. А так это погода июльская, но она не будет. Весь июнь она, слава богу, не будет. Сейчас уже после воскресенья будет похолодание, будет нормальная июньская температура. Все, я опускаю жирафчика. Блин, надеюсь, меня не смоет. Еще надо зайти. Все, он работает. Сейчас померяем, убедимся. Мне кажется, немножко она теплее, чем вчера. Возможно, просто вчера, потому что я первый раз в нее заходил. Может, она мне казалась чуть-чуть прохладнее. Но вчера она не была четко 27, она была чуть-чуть меньше. Блин, боюсь сильно глубоко идти, потому что если будет волна высокая на меня... Ну, меня-то замочит не страшно, я камеру просто как ее спрячу. Ой, как хорошо. Все, они прошли. Они прошли волны, можно еще чуть зайти. Завидуйте купающимся местным людям. Хватает и иностранцев, хватает и людей с браслетами. Даже сейчас на пляже в это время. Сейчас идет время ужина, в принципе, в отелях. Но хватает тут всех, но больше все-таки, наверное, турецких. Хотя нет, не больше турецких. Все равно полно людей с браслетами. Я вижу, так меня чуть не смыло сейчас. Думаю, что будет 27 сегодня. Ну, сейчас убедимся в этом. Была бы камера влагозащитная, я бы с вами поплавал бы до буйка. Сплавал бы с удовольствием. Водичка чистая, прозрачная. Обалденная. Даже маска не нужна, тут все видно по 2-2. Что, еще чуть-чуть? А видите, заката, может быть, и не будет сегодня. Вот закрыли эти тучи. Закрыли солнышко. Так аж темнее стало. До заката еще минут 20 примерно. Когда солнце освещает эту воду прозрачно, это красиво. Освещение солнцем, но видно вам, что водичка классная. Знаете, так стою, мокрый, дует этот легенький ветерочек, свеженький, так довольно-таки прохладненький он. Хочется в воду зайти. То есть на улице сейчас, если вода 27, то воздух сейчас резко опускается, либо когда ветер дует, совсем другая температура, потому что она меньше 27, потому что мне тепло в море, а на улице мне холоднее сейчас. Так, там идут большие волны, друзья, вроде бы, мне кажется, поэтому я сейчас, наверное, буду выходить, в принципе, по времени, но уже достаточно. Сейчас будем смотреть. Готово? Итак, пятница, сегодня у нас температура воды в море.
Ну, вы знаете, я не могу сказать, 27 она нет. 27 нет, друзья. Я могу четко сказать, что 26, либо 26,5, наверное, все-таки. Вам вот так оно искажает, вы не сможете видеть то, что я вижу. То есть оно с искажениями, когда под съемку. Давайте скажем 26,5. То есть, в принципе, такая же, как вчера. Хотя мне что-то кажется, что чуть-чуть теплее, чем вчера. Ну, в любом случае, она, безусловно, теплая, вы это все понимаете, друзья. Всем хорошего отдыха, и хочется верить, что завтра смогут прийти все местные люди. Погода не испортит отдых, потому что если будет, конечно, сильный шторм, то все, купаться люди не смогут. Видите, опять волночки, вовремя я вышел, я почувствовал.